Все, тут уже Гирей на подмогу пришел. Кинем, ой, ой. Султан, вон Султан. Сейчас, Султан, сейчас. Вон Симона. Сейчас, мои хорошие. Сейчас. Так, Алекс. И Алекс, ты-то точно заслужил. Младший Зевс. Все, молодежь ушла. Там Алекс и старший, и Адель. Вон, Гирей уже не втерпешь. Гиреюшка. Мам, кидай первому Гирею. Гирей! Гирей, Гирей, кидай, кидай, вот под тобой, Кирей. Кидай. Так, Аллилушка убежала? На-на-на-на-на-на. Зевс! Все, дали Зевсу и Алексу. Лилу! Лилу! Вот-вот-вот. Давайте. Лилу! Лилу! Давайте, ушла. Давайте Алексу и Адель. Она боится. Она боится. Держи пока курицу Лилу. Давай. Это давайте Алексу и Адель. Я Адель, вот это кусочек дам. Адель. Подожди. Мам, я Алексу тоже. Таня, он мимо ее проводит. А куда они идут? Он Адель. Его. Адель, на глину. Мама, ну они уходят, они вообще мимо. Адель. Мам, ну она вообще мимо пошла. Ну она просто не видит. Мам, ну все, потом тогда кинем, мам. Адель. Мам, потом кинем, иди сюда. Давай молодежи кинем, мам, иди сюда. Молодежи кинем. Алексу надо, он давай, Алекс, он территорию отстаивал. Где Алекс? А, видишь, как рыкнул на него? Это кто, такие Зевс? А, Зевсу киньте, Зевс, пожалуйста. Зевс. Зевсу. На, Зевс. 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 Алекс и Зевс, он отстаивал, да. Ну. Ой, это. А, пришла. Ну, надо, надо Султану кинуть. Султану тогда. Султану и Лилу. Так его надо отвлекать, еще надо. Это вы Гирею дали. Или разрезать вот это вот мясо. А, курицу бы целую, это Лилу, она редко. Так, там скрыть, а, она скрыта уже. Понятно. Мама, не надо, Султан подходит, не надо, не надо. Не надо. Сейчас она Султану кинет. Не надо. Сейчас она Султану. Надо тогда Султану кидать. Султан. 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 Султаша. Султан. Иди сюда. Султан, он не видит. Султан. Султан, вот. Надо? Да, кидайте. И раз. Все, теперь Лилу можно курицу кинуть. Кидай, мам. Подальше туда. Все. Хватит ее бежать. Бежи, а тут Гирей, да? Гирей, Гирей. Тебе за хорошее видение, что? Бежи, Лилу. Товарищи, не бросаешь. Да, он молодец, он поддержал Зевса и Алекса, помог. Товарищи, горой. Лилу пошла с курицей. Лилу пошла с курицей. Ой, за ней кто-то идет. Султан. Султану нечего удалять, пошел. Нет, он не идет, он не идет, не идет. А вот, а нету Алексу с Адель еще кинуть? Алекс и Адель вон идет. Им кинуть нечего, Нель? Пошел за ней, надо кинуть. Адель, Адель. Ну, тут Алекс взял. А Адели нечего кинуть, да? Адель нечего кинуть. Ну, если вот это только. Ну, мы хотели это нарезать. Так, спинки. Вот такое, опять сердце. Но они уже уходят, Нель. Да, не надо. Молодым тогда дадим. Они не, уже ну, уходят. Адель бы кинуть кусочек. Вон она не идет, так. Адель с Алексом. Она шла, ушла, увидела, что кидаем. Кто пошел? Ну, знаете, вот это уже протут, оно будет течь у меня внутри. Все. Ну, ничего страшного. Немножко поцарапали. Поцарапали его. Нет, это у него нет. Это не царапина. Нет? Нет. Это видно, что-то ли мокрое, или что. Мне кажется, царапина. Да, ну может быть. Может быть. А, да, поцарапали. Поцарапали Алекса.